Время 7:30 утра. Мы приехали на место соревнований. Здесь, конечно, капец. Говномес. Главный судья, пару слов о предстоящем мероприятии. Все будет круто. Будем ставить рекорд. Точно. Твоя леди, федерация. Там где-то в толпе посмотрите. Предстоящем мероприятии. Медицинская справка, заявка, паспорт, копия паспорта. Я все-таки вас достану. Пару слов о предстоящем мероприятии. Жаль, что заканчивается летний сезон. Теперь встретимся зимой на зимних видах, картах, лыжах. Летний сезон откатали отлично. Вам озера у нас парочкова. Чемпионаты и Приморского, да? И Камчатского, да? Да. Отметились в этом году вообще. Что вы можете сказать? Пару слов. Я никогда не совсем не видел грязь. Сегодня я буду любить больше и больше и больше. И участники наших спортивных соревнований. Мы рады вас приветствовать на территории городского округа город Южно-Сахалинск. Место предоставлено для проведения ООО «Грин Агро Сахалин», за что им большое спасибо, что разрешили по их дорожкам побегать. Организатором мероприятия является Федерация издевого спорта Сахалинской области. Соревнования проходят при поддержке Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска. Подъем флага приглашается по нашей традиции. Самые юные участники первенства. Внимание, равнение на флаг. И главные фавориты сегодняшней гонки. Официальный такой, нет? Официальное заявление. Сегодняшнее соревнование. Александр, как вам сегодняшний день? Шикарно. Трасса гоночная, свеженькая, грязненькая. Сегодня чай как никогда актуален, да? Да, погодка дает, конечно, жару. Не, ну трасса была крутая. Прям гоночная. Вас
сиденья. Грязь. Больше грязь. А там, между прочим, на учебнике там написано. А вы? А это корка была. Завершились наши соревнования. Большое всем вам спасибо за участие в них. Ждем вас снова на чемпионате первенства Сахалинской области уже по снежным дисциплинам, которые планируем провести 2 февраля 2020 года в селе Троицком.